Вышли с Рексиком немножко прогуляться. Вечерняя прогулочка 27 февраля. Такое интересное небо. Солнце немножко спряталось за облаком. Вот так это все смотрится красиво. Надо будет сейчас еще зайти немножечко с другого ракурса. Там наверняка тоже будет очень красивый вид. Рекс, пошли? Зайдем с другого ракурса? Посмотрим на закат? Пойдем. Вот идем мы к точке нашего назначения. Пока что закат остался за нашей спиной. Но мы сейчас к нему развернемся. Да, Рексик? А пока идем туда. Все, Рексик, останавливайся. Мы пришли смотреть на небо. Оу! Здесь такой широкий кругозор. Вон, солнце село еще ниже, в облако спряталось. Вообще видок. Рексик, вообще как тебе? Ты небо видишь? Или ты... У тебя другие интересы. Вот как прекрасно смотрится этот дуб. Очень красиво. Вот он, этот дуб. Теперь поближе мы к нему подошли. Вообще огромный-преогромный. Высокий-превысокий. И пока мы шли... Сейчас посмотрим, как долго мы шли. Вон солнце уже где-то там. Еще ниже опустилось уже. Поэтому мы пока еще гуляем, дышим свежим воздухом и следим за солнцем, вернее, за небом. Красота такая вот. Ну, я думаю, что Рексику тоже нравится. Да, Рексик? Наблюдать за небом. Вон оно немножечко уже поменялось, пока мы ходили туда-обратно. Дальше будет еще интереснее, но мы уже, конечно, не сможем запечатлеть, потому что уже пойдем домой. А так можно было бы любоваться весь вечер. Потому что оно постоянно меняется. Новыми красками зажигается. Такая красота. Сегодня вечерочком. Что ж, тогда до новых встреч. До новых закатов. Всем пока.